Вы смотрите обзор товара Чан Патха воду с крышкой, 90 литров, кедр. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Необходимым элементом русской бани является и чан для холодной воды. Чан, изготовленный из древесины кедра, одновременно улучшает и структуру воды, и атмосферу помещения. Кедровая древесина смягчает и дезинфицирует воду. А помещение бани наполняется чудесным ароматом кедра. Чан для воды, изготовленный из натурального дерева по традиционным технологиям, отлично дополнит интерьер классической бани. Эксплуатация бандарного изделия. Наши бандарные изделия могут использоваться как в помещениях, так и под открытым небом. Подготовка бандарного изделия к первому использованию заключается в наполнении его холодной водой. Воду нужно оставить на 2-3 часа, а затем слить. После этого нужно промыть изделие сначала горячей, а затем холодной водой. Для того, чтобы бандарное изделие не рассыхалось, нужно оберегать его от прямого попадания солнечных лучей. Не следует хранить бандарное изделие в непосредственной близости от нагревательных приборов. Для очистки бандарного изделия после использования следует ошпарить его кипятком и промыть моющими средствами. Для очистки бандарных изделий нужно выбирать нетоксичные моющие средства, не содержащие в своем составе ароматизаторов. Хорошим средством для очистки неокрашенных изделий из натурального дерева является пищевая сода или горчичный раствор. Кедр – удивительное растение, которое не только обладает целебными свойствами, но и создает удивительно теплую и уютную атмосферу. Здоровья вам и легкого пара! Приятного вам парения и купания! И будьте здоровы! Материал – алтайский кедр. Объем – 90 литров. Высота – 57 сантиметров. Диаметр – 56 сантиметров. Масса – 15 килограмм. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.